привет! Вы на канале NeoFobit. В этом видео мы поговорим об одном интересном проекте под названием Toki.n. Давайте вместе рассмотрим его цели и особенности, а также поговорим о его перспективах. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Toki.n – канадский проект, который позволяет передавать информацию от фермера и переработчика потребителю без нарушения ограничений на рекламу каннабиса. Когда потребитель покупает каннабис у одного из наших партнеров, он получает QR-код на упаковке. Потребитель сканирует код и получает следующую информацию о продукте вместе с NFT, который аутентифицирует его. Проект следит за полной реализацией деятельности, от семян до продажи, что позволяет точно определить методы выражения и обработки, а также систему упаковки, транспортировки и условия хранения, а также структуру налогообложения. Главной особенностью проекта является NFT. Вместе с приобретением продукта покупатель получает NFT, которые можно коллекционировать, продавать или покупать. Пользователи за пределами Канады смогут беспрепятственно приобрести NFT на торговой площадке или создать их на веб-сайте проекта. NFT будут функционировать как членская карта для отслеживания покупок или предоставления баллов лояльности, где это разрешено. Toki.n реализует свою деятельность, используя собственную торговую площадку NFT, так и традиционный интернет-магазин. Интернет-магазин предоставит широкий ассортимент принадлежностей, связанных с каннабисом, и товаров для домашнего выращивания. В скором времени в Канаде появится лицензированный на федеральном уровне онлайн-магазин медицинского каннабиса, где потребители с надлежащими медицинскими документами смогут на законных основаниях приобретать каннабис и продукты из каннабиса у партнеров. Цель проекта в конечном итоге – принимать криптовалюты для оплаты покупок на этом сайте. В прошлом году Scotian OG получила 7 лицензий на выращивание каннабиса от Министерства здравоохранения Канады для сторонних производителей, что ждет и Toki.n. Toki.n будет интегрирован в качестве основной валюты в VR-игру под названием New Block City. Игроки смогут размещать свои Toki.n и собранные или купленные NFT на своих собственных виртуальных фермах в районе NBS под названием Agrestic. Среди особенностей метавселенной можно выделить возможность открытия бесплатных ферм OG, получение пассивного дохода, развитие и рост, ну и, конечно же, вознаграждение. Игра предоставит Toki.n огромный район под названием Agrestic, жители которой смогут получать пассивный доход от всей городской деятельности и использовать Toki.n в качестве оплаты для любой транзакции. Перейдем к цифрам. Первоначальная поставка токена находится на уровне 1 триллион и распределяется следующим образом. 20% уходит на предпродажу, 60% закрепляется в ликвидности и еще 20% сжигается. На каждую транзакцию предусмотрен налог в 10%, который распределяется следующим образом. 4% – пул ликвидности, 3% – стартовый фонд, 2% – форд маркетинга и развития, 1% – сжигания. Таким образом, Toki.n предоставляет партнерство с более чем 200 компаниями, а также работу с государственными регуляторами. Весь принцип работы основан на системе токенов NFT и реализован в игровой метавселенной. Проект успешно прошел аудит и готов поделиться результатами со своими пользователями. В скором времени пройдет AMA, CMC и GG. Это отличная возможность подготовиться к ним и ничего не пропустить. Toki.n – проект, который заслуживает вашего внимания. Рекомендую вам лично ознакомиться с ним и перейти на их официальный сайт и социальные сети. Все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под видео. Вы были на канале NeoFobit. Спасибо за просмотр!